Сколько глаз видели памятник, который возвел отец в честь старшей дочери? Лишь с начала года 21 тысяча заезжих. Заблуждение даже среди жителей Залесья. Со времен Огинского стоит этот храм. Он же, как птица Феникс, возрождается уже третий раз. Площадь объекту 28 метров квадратных. А захованность аутентичная только подмурки. Все остальное, оно добудовано у 90-х годы 20-го столетия. Цагляные колонны будут потинкованы, з'явятся дубовые двери. Будет выглядеть так, как она выглядела у час ее будовництва у 1815 году. Сам Огинский, согласно его же мемуарам, обретал гармонию в полукруглой беседке в древнегреческом стиле. Обойдется возвращение в 94 тысячи евро. По трансграничной программе уже закуплены кресла, чтобы с комфортом слушать классику Open Air. Новый дворец и часовня Девы Марии, там китайская пагода, храм Амелии. Самая высокая точка Залесья. Сложно сказать, не верю большинству специалистов, которые утверждают, именно здесь был бельведер с белой беседкой. Сейчас деревья частично закрывают прекрасный вид. Общая площадь парка 25,5 гектаров. Пейзажный, романтический, он же английский. Сейчас парк разделен на 8 зон. Удобнее реконструировать. На 4 гектарах вокруг храма восстановят клумбу Эммы. В честь второй дочери Огинского благоустроят берега Бобринки. У камня учителю маэстро. Это будет будовля мостиков про нашу речку, пригожие стяжинки, которые будут обсажены низкорослыми кустарниками. Мы вельми радуемся, что у нас появилась такая махчимость увидеть этот храм, подобный, который был им при Михаила Клефаса Огинского. Скоро на обзорной площадке воссозданной китайской беседки установят подзорную трубу. Тысячи глаз могут увидеть еще один из исторических персонажей парка, как на фотографии 1915-го. Строительные леса до сентября. Огинский с ветерком возвращается на родину. Александр Матяс, Юрий Лбовников. Наши новости. Гродненская область.